Скажіть, будь ласка, що змінилось в Новогродівці от, з початку війни? Та много чого. Людей много виїхало. Продукти подорожали в связи з закриттям нашого АТБ. Роботу ми потеряли, в котором. Вот в АТБ мы работали, и мы потеряли работу из-за войны. Ну, я не знаю, люди стали, некоторые более сплоченные, некоторые озлобились. Школа, вот у меня ребенок, она во второй класс, онлайн невозможно. Сейчас из-за отключения света, вот этих веерных, сегодня отключили там, где мы проживаем, и, соответственно, уроки у нас сорвались. Ну, нелегкая, я хочу сказать. Цены, конечно, да, выросли на порядок. Ну, у кого нет скважин, проблема с водой, с отключением света. Ну, как бы нелегко, но, с одной стороны, все равно спасибо Богу, что не так, как где-то они бомбят, не стреляют особо. Поэтому как-то, ну, вот в этом плане более-менее спасибо Богу. У нас у мамы печка есть, уголь. Она на шахте работает, уголь получает. И у нас тепло. И скважину собрались жители ее дома, подвели в дом. Вот так и собираемся. Иначе никак. Мы сами из Селидова, а у нас там холодно, газа нету, отопления нету. Мы у родителей. Как покупательская способность? Упала. Что в основном берут? Да ну что, ну, по деньгам. Ну картоху такой, буряк, лук, капусту, ну такой, помидоры там. Цены у вас какие, озвучите? Ну, грибы 70, картоха 13, морковка 27, что там, хурма 80. Разные. Помидоры есть 46, там 76 и 78. Откуда все привозите? Ну, Покров, Днепр, оптовой базы.